Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот эту вот нашумевшую шапку из интернета. Она везде уже бегает, ходит. В общем, две я связала. Вязать мы будем вот эту вот из Ализа Суперлана Тик. А пробную я вязала из этой пряжи, которая у меня из обзора, я заказала из Китая. И вы знаете, пока я довольна, хотя на нее не очень большие, не очень хорошие отзывы. Но ссылку на нее я все-таки оставлю. Я вязала две, поэтому думаю, вам тоже нужно как бы знать, из чего сделана вот эта вот моя пробная. Вот. Это пух белки или что? Ну, в общем, синтетика, если честно говоря, как и почти все в Китае, что уж будем говорить. Ну, единственное, у меня вот этого квадратика нет, не нашла я квадратную этикетку нашить, но это, я думаю, вы уже доделаете. В общем, вяжем самую популярную шапку в этом году. Вот я ее вижу как самую популярную, потому что разнесли ее уже по всем группам и по всем каналам. Вот, вот такая вот шапка. Ну, в принципе, все. Начинаем. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем шапку, очень популярна в интернете шапка, и я уже одну связала, кстати, в конце вам покажу. Вот, ну, просто про, как бы, прочувствовать это все дело. Значит, вязать я буду из бюджетной пряжи, вы можете заменить. У меня это Ализе Суперлана Тиг, здесь у нас 25% шерсть и 75% акрил. Девчонки, снимаю в походных условиях на полу у подруги. Я в Украине, поэтому вот так вот, пока я не устроилась. Поэтому сейчас зато я, смотрите, какой здесь трафарет купила, вернее, доску купила, на которой я вам буду писать теперь. И что очень удобно. Здесь пишется маркером и стирается. Удобно мне, удобно и видно вам. Ну, еще мне нужно какой-то, как бы, столик, я так думаю. Значит, вяжу я этой пряжей, у которой, значит, метраж. Цвет, кстати, у меня 599, если будет интересен цвет. Кто в Украине, пожалуйста, к Леночке, пожалуйста, обращайтесь. Под видео ссылка на Инстаграм и на телефон на Лену. Значит, в 100 граммах 570 метров. Я вязать буду в 4 сложения. Это значит, что если у вас другая пряжа, ориентируйтесь, пожалуйста, на 140 метров в 100 граммах на метраж. Ну, то есть, если 570 метров я разделила на 4, получилось 142, но я округлила 140 примерно, плюс-минус там 10, да, это чтобы попасть именно в мою плотность, в эти петли, потому что тут четкое количество петель, и мне нужно было попасть именно в ту шапку, которая нам представлена в интернете, поэтому вот такие вот точные, как бы, цифры. Спицы я вяжу 4 миллиметра, вот такие вот круговые. Вот. Ну и пряжа, я уже сказала, в 4 сложения нити. Я думаю, понятно. Так, оставляю нить для набора. И набираю, девчонки, совершенно обычным способом. Смотрите. Ой. 82 петли. 2, 3, 4. Итак, я набрала 82 петли, и сейчас я вот здесь вот делаю узел и соединяю. Так, значит, хорошо выравниваю, соединяю в круг вязания. И первую вот эту петлю
я одеваю на последнюю. Таким вот образом. Для соединения этого круга. Вот. И теперь начинаю вязать. Одна лицевая. Вот видите, я соединила, чтобы здесь не растягивалась. Одна лицевая, две изнаночные. Можете повесить маркер. Одна лицевая, две изнаночные. И так целый круг. Одна лицевая, две изнаночные. Лицевая, две изнаночные. Так, и в конце вот у меня 2 изнаночные и следующий ряд. Второй ряд всего в узоре 2 ряда. Второй ряд лицевую мы вяжем на ряд ниже. Вот. То есть эта петля у нас будет полупатентной. Вот таким вот образом. Лицевая, 2 изнаночные обычные. Лицевая на ряд ниже. И 2 изнаночные обычные. Еще раз. Лицевая не в петлю, а в ряд ниже. И так весь ряд. Ой. Видите, что делаю. Лицевая. Второй ряд закончила. И теперь начинаем, повторяем с первого ряда. Сейчас мы просто вяжем лицевая 2 изнаночные. В третьем ряду мы тоже вяжем на ряд ниже, в нижний ряд. Так, итак, в работе у нас 81 петля. Набрали 82, в работе 81, потому что с одной мы соединили. Тем самым петля у нас ушла. Значит, сейчас у нас 81 петля. Продолжаем вязать эти два ряда. Итак, провязала я этим узором 34 ряда. Кстати, про пряжу забыла сказать, что 2 мотка пряжи. 34 ряда я провязала. Далее я перехожу на второй узор, в котором у нас будет 80 петель. То есть сейчас мы одну петлю уберем. Так, таким образом, смотрите, 34 ряда у меня провязано. Давайте я измерю, сколько это в сантиметрах. 10, 12,5, 13 сантиметров. Вот, теперь смотрите, у нас вязание шло вот так вот. Теперь я поворачиваюсь, выворачиваю и буду вязать наоборот. Здесь я вот эту петлю снимаю. Просто как поворотный ряд. Как бы как поворотный ряд. Но это не поворотный ряд. И вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Вот это и есть раппорт. И таким образом мы повторяем весь ряд. Кроме той снятой петли, она у нас потом уйдет. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Следующий раппорт. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. И так до конца ряда.
И в конце ряда у нас, смотрите, получается конец раппорта. Одна изнаночная и вторая изнаночная мы провязываем 2 вместе изнаночные. Здесь видно вот эта петля, которую мы сняли. Но вы можете отделить маркером, если вам, чтобы вам было понятнее. То есть мы сократили одну петлю, провязали 2 петли вместе изнаночной. И теперь у нас только идут вот эти вот раппорты. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Таким образом мы продолжаем. Узор у нас всего из одного ряда. Мы продолжаем вязать нашу шапку вверх этим узором. Хочу сейчас вам измерить для ориентации. Вот это основная часть, 21 сантиметр здесь. И отворот у меня 13 сантиметров. Так, провязала 46 рядов. И далее я буду делать макушку. Каким образом? Для этого мне нужны 4 маркера. Разделяю все количество петель на 4 части. Значит, одна у нас будет, вот смотрите, 2, 4, 6. Ой, 1, 2, 3, 9, 10, 13 петель. Вот 2 полосы лицевые. Ой, вернее, 3 лицевые вот эти дорожки, 2 изнаночные. Так. Далее сейчас будем просто сразу вязать. Вот я отделила 13 и далее вяжу. Далее мне нужно отделить 5 вот этих полос. Я уже сразу делаю сокращение. Вот они. То есть сразу вот эти 2 изнаночные я провязываю вместе изнаночной. Я вот так вот поворачиваю. Так удобнее провязывать. И вяжу. Значит, здесь 2 петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, 1, 2, 3, 4, еще пятую. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Вот эти провязываю 2 изнаночные. Вот 27 петель. Но на самом деле здесь уже 25 петель, потому что я провязала 25. Ой, 2 вместе и 2 вместе, да. Далее цепляем маркер. Провязываем 13 петель. То есть вот эти 13 петель по центру, они у нас будут неизменно. Сейчас я еще нарисую схему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И одеваем маркер последний, 4-й. А здесь у меня 27 петель, которые я вяжу, опять же, делаю сокращение. Здесь 2 вместе изнаночной. Сокращение всегда провязываю изнаночной петлей. Даже если в следующий раз здесь будет лицевая, все равно я их провязываю изнаночной петлей. 1, 2. То есть я считаю как 2 петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Но мы их провязываем вместе. Что это значит? Сейчас я вам рисую схему. Значит, у меня здесь вот вся шапка. Есть две центральные, как бы,
полосы, которые у нас идут по шапке, они у нас из 13 петель. Здесь у нас 27 петель, и здесь у нас 27 петель. Это наши боковушки. Вот эти две части у нас на макушке должны встретиться. А вот по бокам от этих, здесь у нас будет стык. По бокам мы делаем, провязываем вот эти две петли вместе. Притом мы эти провязки делаем в каждом ряду. Обычно у нас же как сокращения идут через ряд, да, как бы счетный ряд, изнаночный ряд. А здесь, именно в этой модели, у нас эти сокращения будут в каждом ряду. То есть для простоты, как бы вязания, чтобы упростить эту задачу, я вязала как первую шапку. Я... Тут видно просто вот эти 13 петель, они и есть 13 петель, они все время вяжутся ровно. И перед ними, и после них я делаю просто сокращение. Вот и все. То есть не считая никаких петель. Вот эти 13 у нас между маркером, их видно, потому что здесь никаких сокращений. И видно, что их нужно провязывать ровно. Вот так вот и продолжаем. Все время. Эти вяжем ровно по краям от них, то есть здесь у нас после маркера, вот все время изнаночная, 2 петли вместе и изнаночная, и вяжем боковую часть, которая у нас сокращается. Эти петли я не считаю, просто провязываю. Вот, и в конце, смотрите, перед маркером я тоже делаю сокращение. Все. А это у меня опять средняя часть из 13 петель, которую я вяжу без изменений. Вот так вот и продолжаем, пока вот эти боковые части у нас не сомкнутся. Вот здесь они будут сокращаться вот так вот и сомкнутся как бы по центру. Да? А эти останутся неизменными. Они у нас просто вяжутся ровно. Итак, вот смотрите, наши клинышки. В конце у нас будет оставаться по 3 петли. И мы их провязываем как бы 3 петли вместе. Давайте еще раз покажу этот клин, который я вам показывала. Вот он как выглядит. Это по бокам наши боковые части. Вот эти центральные части у нас идут без изменений. И боковушки у нас сходятся. Вот, кстати, сейчас я перейду на спицы носочные, потому что мне очень неудобно. Так, и здесь вот смотрите, эти три петли я провязываю вместе изнаночной и далее 13 петель вот этих вот, ну, центральной полосы. У меня короткая леска и не гнущаяся. Если у вас гнущаяся леска, то вам переходить не нужно. Вот. Ну, на носочные спицы вам нормально будет и на этих. Так, вот она здесь я в предыдущем ряду уже провязала. Вот три вместе. И я перехожу еще на одну спицу беру. Здесь что я делаю уже в этом ряду? Мне нужно... А здесь у меня... Две вместе, и я их тоже провязываю изнаночной, потому что это начало и конец ряда, и поэтому здесь у нас получается 2, а здесь 3. Так, я их провязываю тоже вместе изнаночной и 13 петель центральной полоски.
Видите, как неудобно здесь вот так вот. Так, теперь, что у меня на спицах, да? У меня 13 петель полосы и одна вот эта вот, из которой из бокового клина. Здесь то же самое. Одна из бокового клина и 13 петель полосы. Что здесь я делаю? Это уже последний круг у нас. Нам нужно убрать вот эту вот петлю. Для этого я лицевую перемещаю с этой изнаночной, поверх ставлю и провязываю все вот эти вот 13 петель. То есть я убрала изнаночную, а центральные 13 петель у меня остались. Я их провязываю. Так, вот они мне есть. Теперь здесь я делаю то же самое. И вот таким вот образом у нас заканчивается эта шапка. Что здесь? Здесь так, провязываю 2 вместе. Я, кстати, на первой шапке пробовала эту макушку. Тут же резинка, понимаете, если бы была бы лицевая гладь, можно было бы петля в петлю и все красиво. А тут, если честно, я вам признаюсь, я не умею. Я искала в интернете, вот как эту макушку закрыть. Ну, ничего лучшего, чем либо по изнанке крючком просто, либо вот сейчас я вам покажу, я иглой, как бы я попробовала и крючком, и иглой. Ну, иглой, ну, не умею я, честно скажу. Так, беру иглу. И пытаюсь сшить. Значит, что я делаю? Вот эту вот лицевую петлю первую. Я продеваю в нее нить снизу вверх. Вот таким вот образом, чтобы игла у меня была вверху. Ну, то есть выходила вверх. Эту лицевую петлю с этой спицы я продеваю сверху вниз. Вот таким вот образом. Ну и снимаю. Так, возвращаюсь сюда же. Продеваю теперь эту сверху вниз. А здесь у меня пошла изнаночная. Я ее вот так вот просто подцепляю. Изнаночную я буду вот так вот соединять одним стежком. Одну, вторую. И снимаю их обе. Вот. Подтягиваю. Теперь снова идет лицевая. Значит, первый раз снизу вверх. Вторую сверху вниз. Так, теперь сверху вниз, а эту снизу вверх, и снимаю их обе. То есть лицевую петлю мы 2 раза продеваем, а вот изнаночную я вот так вот беру и просто одним стежком. Ой. Так. И вторая изнаночная. Далее у меня снова 2 лицевые. Я понимаю, что это, возможно, неправильно. Но вот я как умею. Эту снизу вверх. С этой спицы сверху вниз. И возвращаюсь сюда, подтягиваю и возвращаюсь сюда сверху вниз и снимаю. То есть лицевая петля у меня снова 2 раза. Вот. Изнаночная. 1, 2 и подтягиваем.
Так. Снизу. Эту сверху вниз. И сразу же снизу. Сверху. Ой, нет, это ж... Не, все правильно, девчонки. Это ж у нас по низу прошло. А здесь сверху. Сейчас я их сниму, подтяну. Все равно я что-то неправильно, девчонки, делаю. Изнаночная. Изнаночная. Так, снизу. Сверху. Снизу. Сверху. Вот так вот на этом и порешим. Вот. Вот таким вот образом. Здесь две изнаночные. И последняя лицевая. Так, вот и все. Я увожу на изнанку. Вот смотрите, сейчас я там закреплю. Еще вот такая вот у нас макушка. И еще придать ей форму утюжком. То есть здесь саму макушку. Всю шапку я не буду пропаривать. Вот именно макушечку я пропарю. И придам немножко форму, чтобы она у нас была более похожа на, как бы, на ту из интернета. Так, здесь я закреплю петельку. Если вот это вот чудо непонятно для вас, то вы можете вывернуть наизнанку и здесь вот здесь спицей, вот здесь спицей с петлями, здесь и здесь, и закрыть крючком со спиц. Вот. То есть сшить и закрыть одновременно. Так. Здесь я отрежу. Ой-ой-ой. И еще мне нужно здесь вот затянуть вот эту вот нить набора. И, в принципе, девчонки, все. Здесь я оказалась без головы манекена. И вообще мне очень неудобно снимать, девчонки. Наизнанку я увожу. Вот. Поэтому... Вот так вот у меня пока это получается. Ну, ничего не сделаешь. Так, вот она еще. Я вам покажу на себе. Конечно же, сфотографирую. Вот. И отворот. Ну, а еще какую-то блямбочку пришить, если у вас есть. Вот. Ну, и все, девчонки. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.